Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с творчеством художников и их автобиографии. Жюльен Леопольд, Буальи, иногда называют Буаи. Французский живописец, художник, иллюстратор, акварелист, литограф. Старший сын и ученик Луи Леопольда Буальи. Известен в серии литографированных портретов известных людей его времени, а также женщин, которые торговцы печатными изданиями непочтительно называли «суетой в синих чулках». Я цитирую переводную Википедию. Данных не очень много, но, как говорится, что есть. Жюльен Леопольд родился в семье живописца Луи Леопольда Буальи. Начальные уроки рисования получил от отца. В дальнейшем учился в школе в Версале, в том числе у такого мастера живописи, как Антуан Жан Гро. В 1814 году поступил в школу изящных искусств Парижа. В 1826 году молодой художник совершил учебную поездку в Италию. В 1860-х годах путешествовал по странам Дальнего Востока, посетил Японию и Китай. Работал преимущественно как портретист. В 1820 году Буальи создал серию из 73 акварельных карикатур на членов Института Франции, в том числе на французского математика Адриена Мари Лежандра. Это единственный из известных его портретов. Буальи также известен как коллекционер рисунков, книг и автографов. Его коллекция рисунков в 1869 году была продана с аукциона в Париже. Остальные его коллекции после его смерти в Париже были проданы в 1874 году. Оба младших брата Жюльена Леопольда тоже были художниками. Умер 14 июня 1874 года в возрасте 77 лет. Вот так немного из переводной Википедии о французском живописце, художнике-иллюстраторе, акварелисте и литографе Жюльен Леопольд Буальи. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.